Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало статистику заболеваемости в Волгоградской области. Так, за прошлую 15-ю календарную неделю было зафиксировано 260 случаев заражения COVID-19. За 7 дней показатель увеличился на 7%. Болеют в основном геновариантом омикрон. При этом реже стали заражаться острыми респираторными инфекциями. Заболеваемость ОРВИ уменьшилась также на 7%. Отметим, помимо ОРВИ и коронавируса, в регионе циркулируют возбудители риновируса, метапневмовируса и РС-вируса. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что с наступлением теплого времени года физическую активность нужно наращивать постепенно, учитывая погодные условия.